Московском областном государственном театре юного зрителя состоялась премьера «Спектакль про мою маму и про меня». Главную роль исполнила заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Кстати, художественный руководитель театра. И говорят, этот спектакль со счастливой судьбой. Это просто пьеса. Она про меня и мою маму. Именно так говорит о своем детище Елена Исаева. Автор, а сегодня просто зритель. Главное для нее, чтобы актеры донесли до театралов основную идею. Это пьеса в хорошем смысле о дружбе, которая между близкими людьми не всегда бывает, но очень нужна. Понимаете, да? То есть между близкими людьми дружба не всегда случается. А вот это залог счастья. Ты как думаешь? Где надо начинать пробовать себя? Там, где дом. А это как? Там, где тебе легче все найдется. В основе пьесы 5 историй, 5 школьных сочинений девочки-подростка Лены. Первая любовь, мысли об искусстве, воссоединение некогда любящих сердец. Эта пьеса очень исповедальная. Это практически, такая, знаете, художественная биография автора. Мне очень интересно, как повстречались два человека. Лена Исаева как автор и Нонна Гришаева как актриса. У них, по-моему, очень много объединяет. Я в этом смысле был просто проводником. Как зовут тебя? Рая. Рая. Ой. На самом деле, встреча актрисы Нонны Гришаевой и автора Елены Исаевой произошла только после премьеры. Елена специально не беспокоила артистов, чтобы не заставлять их нервничать больше положенного. И когда уже занавес опустился, не удержалась и подошла таки к главной героине. Я, если честно, даже не ожидала такого теплого приема. И я очень переживала, потому что в зале была автор. И для меня самое главное, конечно, было ее мнение. И вот ее слова, которые она мне сказала после спектакля, мне прям бальзам на душу. Значит, попали, значит, получилось. Не просто эта работа далась еще по одной причине. Нонна не только одна из главных актрис постановки, но и с недавних пор художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. Совмещать две таких тяжелых профессии не каждому под силу. Приходится за все отвечать. Вот именно с выпуском этого спектакля было прям очень сложно. Ну ничего, я же не во всех спектаклях играю, поэтому вот выпустила, теперь буду больше заниматься художественным руководством. Между тем, Московский областной ТЮЗ отмечает в этом году 85-летие, и постановка «Про мою маму и про меня» – это лишь начало обновлений, которые планирует новый худрук. Дмитрий Забруцкий, Сергей Андреев, Глеб Тихомиров, Мир 24.